Здравствуйте, меня зовут Качкин Сергей. Я хотел бы вам представить свой новый проект «Пермь-36. Отражение». Это документальный фильм о музее «Пермь-36», музее истории политических репрессий. Начиная работу над фильмом, мне хотелось изначально подчеркнуть уникальность этого места, уникальность музея, потому что он был открыт на территории бывшего лагеря. В сталинское время это был лагерь, который входил в систему ГУЛАГа. Потом там была организована зона, где сидели сами собственные чекисты. А позже, 1972 года, там был открыт лагерь исключительно для политзаключенных. И он существовал вплоть до 1987 года. В моем фильме будут представлены три героя. Все они были раньше в заключении в этом лагере, в Пермь-36. Это Виктор Георгиевич Пестов, это Сергей Адамович Ковалев, правозащитник, и Михаил Борисович Мейлах, литературовед. А позже они все трое также будут представлены на Международном гражданском форуме «Пилорама». Международный гражданский форум «Пилорама» собирал вокруг себя совершенно самых разных людей, взглядов политических и социального статуса. Кроме разного рода концертов, будь то бардовская песня или рок-музыка, там происходили дискуссии на очень серьезные темы. И вот этот форум «Пилорама» для меня, он как зеркало, в котором отражается состояние нашего общества, его разобщенность. Именно по этой причине я решил назвать свой фильм «Пермь-36. Отражение». Но в слове «отражение», кроме этого, еще и заложен другой смысл. Отражение как некой силы извне. И вот эта сила извне, я ее определяю как та сила, которая стремится, чтобы этот музей был закрыт. И я верю, что завершение фильма поможет избежать его полнейшего закрытия. Над фильмом я уже работаю более 3 лет, и в течение этих 3 лет я пытался найти финансирование. В том числе я подавал в Министерство культуры Российской Федерации, но проект, к сожалению, так и не был поддержан. Поэтому я пришел к выводу, что, скорее всего, государству не интересна эта тема, и как вариант есть возможность найти средства через ресурс planeta.ru. Собственно, поэтому я и обращаюсь к вам, для того, чтобы проект был в конечном итоге завершен. Я убежден, что вы, кто сейчас смотрит меня, вам также не безразлична тема истории политических репрессий. Именно к вам, как единомышленнику, я обращаюсь за поддержкой моего проекта. Совместно, завершив этот фильм, мы сможем показать его широкой аудитории, познакомить ее с музеем Пермь-36, с темой истории политических репрессий.